И теперь меня спросили, какие планеты влияют на Софию, на Болгарию. Что нужно людям делать, чтобы победить хорошее, чтобы радоваться хорошему и плохому влиянию? Значит, если говорить о плохом влиянии, то в Болгарии слабый Марс означает волевые усилия для достижения успеха очень трудно совершать. У людей слабая воля. Если говорить о хорошем влиянии, то в Болгарии сильный Меркурий означает способность общаться друг с другом, устанавливать отношения. Гармоничного отношения с окружающими людьми очень высокое. Люди добрые сами по себе. На всю Европу сильно влияет Венера. Означает люди добрые, люди ласковые, отзывчивые, аккуратные. Это влияние Венеры, чистота, аккуратность. Но в Болгарии меньше влияет, чем, допустим, в Германии там, или в Англии, допустим. Чуть поменьше. Но все равно сильно. Кету очень сильно влияет. Но не так сильно, как в Германии, допустим. Или все-таки здесь все равно какой-то переход есть. Люди чуть-чуть отстраняются, чуть-чуть ругаются. У них все вместе так гармонично. Если говорить о особенностях вашей страны, главной особенностью является та широта, на которой вы живете. Это самый благоприятный климат на Земле. Самый лучший климат — это климат вашей страны и некоторых других стран, Венеция там и так далее. Климат, в котором нет много жары, нет много холода. Все уравновешено. Это милость Бога. Поэтому те, кто живут в Болгарии, они нигде не будут отдыхать, кроме как здесь. Куда бы ни поехали, всегда хуже. Здесь будет лучше. А те, кто приезжают в Болгарию, все будут здесь отдыхать. Согласны со мной или нет? Здесь так хорошо. Куда-то поехал, уже похуже. Ну вот такие особенности вашего города, вашей страны. Везде есть свои особенности. Поверьте мне, жить лучше нигде нет на этой земле. Везде есть свои испытания. Каждый человек думает, там лучше, приезжает там тоже так же, только с другой стороны. Поэтому никуда не бегайте. Никуда не бегайте от своей веры. Ваша вера самая лучшая. Ко мне одна женщина подошла, говорит, какую веру мне выбрать? Я говорю, вашу. Она говорит, хорошо, я поняла. Ваша семья самая лучшая, ваша страна самая лучшая, ваш город самый лучший. Ничего не меняйте. Оставайтесь там, где есть. Развивайтесь, углубляйте все. Это будет самым лучшим способом жить.